Коэн! Мы играем рок! Как давно? Совсем недавно. We will rock you. Смотри, там такая тема. Матвей, где? Он хочет, чтобы на припеве она была очень спокойна и такая не агрессивная. Магия белой вишни, танца новой любви, за горизонтом ночь от облака. Давай, пройдемся, да, по форме. Играй, брат. Вдруг вспомнил молодость свою. Ну что, наигрались в хард-рок, ребята? Да. Молодцы. Теперь классику. Слав, мне знаешь, что не нравится? Вот у нас, смотри, мы припев и так решили, ну, прям не сильно всаживать, да, то есть мы вот первый припев играем, да, он заканчивается, и мы как бы входим в риф. А ты выходишь с тарелки на закрытый хэт, и как-то все, может тебе остаться, или, ну, или хэт открыть, или тарелку. Громче я тебя не слышу. Получается, просажен. Ты закрываешь хэт с тарелки, да? У тебя тарелка в припеве. Ты под... Отпусти. А можешь сделать его прямо открытый оставить попробовать? Можешь открытый оставить? Поанализируем. Поанализируем, да. Потому что вот мне как-то обламывает, что мы с припева приходим в риф, да, как бы, ну... У нас один, единственный, неповторимый. Уйди от шаблона, мысли по-другому. Пожалуйста, я тебя...
Да, брат, прости, песня не получается, попробуем. Сейчас я все расскажу. Сейчас все успокоятся. Все гопы не торопите вот эти все. Ба-ду-ду-бам. А вы все. Ба-ду-ду-бам. Сразу посажите. Назад. Вот сюда. Понравилось тебе. Все клево, я знаю, да, она хорошая, все, но у нас там, то есть, сама вот драматургия, развитие не получилось. Я прошу, давайте здесь разовьем, то есть, будем взрослыми мальчиками. То есть, мы начали куплет, потом спели вот этот... Нам надо, блядь, убивать, понимаешь? Не, брат, ты че, убивать... Ты снимаешь, извините, со слова «надо». Убивать надо внутренними потенциями, а не внешними по сопли из носа. То так, есть нет, взрослые она, мужики, просто изначально а, располагают варяги, жарево. Варяги вот севера, жарево. Вся жарево находится вон там, понимаешь, его надо почувствовать. То есть я прошу, не надо это, на размахай, особенно первый куплет, припев. Окей, я там, тебя понял, что понял, сделать. Да, потом, там понял. Потом будет место, там же будет этот проигрыш, вот там жарьте. Там-то жарьте, конечно. Ну, то есть, и на последнее припевы, которое на уход, где Слава начинает играть в дубле через кардан, там тоже надо жарить, там прямо будет вот... Мэрилин Мэнсон. А вот до этого не надо. Ты мне скажи по райду, тебе нравится звук райда? Послушай. Ну да, давай. Я укладываю. Нет, сейчас вот я укладывал ладошкой, как вот ты хотел. Да, правильно. Шумящий. Да, сейчас совершенно верно. Правильно. На этот, на припев. Правильно, совершенно верно. Да, такой райд и надо. Ни в коем случае не кончиком. Ни... Нет, там столько нет. Да. А здесь лучше играть на аллигаторце, но только не давить. Славка, к концу ты разыгрывайся, там активнее, там брэков больше, Слав, там прямо хардрок пошел. Прямо Ян Пейс, прямо каждый второй и брэк, разбивай. И тарелок больше. Да. Там смелее прямо, там вот твоя уже наступает история. Нет, а вы последний. Да. Ну как соло там закончилось, так и все, по нарастающей. Да, и ты погнал, прямо там что нравится. И еще, я кардана не услышал, когда тут. Да ты че, ё? Я просто одной ногой играл. Так играй тогда одной ногой. Давай, вот так, да. А? Играй точно, играй эту. Не играй. Играй. Да, где вот стопы такие, да, их прямо четче, прямо стопы, все, там сайленс пол, прямо там сайленс, там тишина, там дырка будет во всей фактуре, во всей вертикали, всех разгребем, понял? Что? Еще раз, сначала. Идем, с этим убить его, настроение передать, самое
Ну да, да. И еще, после вот, смотри, спели припев, вы пошли там в расколбас поехали, да? Там жги, прямо жги землю, понял? И потом, чтобы было явно, что опять пришли в драм энд бейс, опять оп и собрано, оп и собрано. Пушкина. Именно у Пушкина? Может, вот именно там какие-то вот, что-то в нем, вот понимаешь. Андрюхе удобнее было просто наверняка. Мы вот здесь сидим рядом, Андрюха здесь стоит с нами. Он там звук на первых трех песнях звучит лучше. А Назар ругает нас за этого Пушкина. Говорит, я слышу рум. И вот хоть ты что со мной делаешь, а среди дней его слышишь. Но мне наоборот именно в итоге нравится. Как подалеку 70 лет. Если... Байки такие. Возвращаемся, правильно? Как говорится, вылетел из пачки, надо вернуться. Барабанщику повезло самым настоящим образом. Первый раз мы записали в нормальной студии барабаны. Будет все круто, да?
И вот настала очередь записи бас-гитары. Чтобы звук получился чистым и ясным, нам сегодня понадобится тряпочка, чистящее средство и новые струны. Эти струны своему хозяину служили верой и правдой 4 года. Настало время их поменять. Должен получиться по-настоящему убойным. Человеку я иногда подсказываю, что сейчас будет за песня. Просто сегодня первый раз с нами на арене без страховки наш новый гитарист Лео. Как происходит, допустим, просил Димка, вот включи, пожалуйста, сначала. То есть какую-то вот изначально партию, аккомпанирующую как бы, и вот проходящую, в общем, через все это дело. Вот как мы сейчас играем. Даже много. Много, да? И пошла, допустим. Вот так, поиграй.
Удобно? А? Удобно? Да нормально. Да, последнюю не нажимай на нее, она такая же, она не яркая. Понял? А что? Слушай, вот я играю. Да, и сильно обрываешь ее. Да, она ее тем же движением вниз играет. Нет, именно раз, да, там вниз можно ее старпать. Да. Она должна быть такая холодная. То есть она должна быть такая. Я понял, не выделяйте эту ноту просто. Да, она холодная. И еще. Я могу просто не выделять ее. Я правильно, выделяю. Правильно. Я в движении могу и снизу сюда. Ну, может быть. Ну да, она холодная совершенно. Потом и еще, оттяни еще. Ты слышишь Славку? Он чуть назад играет. И за ним туда же назад. Ага, ну понял? Давай попробуем. Понял? И это самое, вот у тебя как бы... Постоянно вот это, там же грув присутствует, вот треугольный. Так, ну он, да. Он треугольный, он так, да, вот такой вот. Так. И вот в нем, прямо в нем живет. А-а-а. Потому что там нет квадратного ничего. Да, там все в шахте. Запишем просто, что по звуку хоть послушаем. А послушать не хотим? Да не, а что сейчас слушать? Ну ты не удаляй. Не удаляю. Давай. Сейчас, тогда подожди, сейчас мне надо, нужно пару раз. Послушаем, что каком, вот как, каким. Ну мы же рок-группа, поэтому я вот все время стараюсь балансировать. Рок-группа, понимаешь? Я вот, допустим, мне очень слышно здесь кризисовские, очень бенгер. То есть вот это наша британщина, вот этот звук гитарный, понимаешь, вот джипсоновский. Хотя кризисы они играли на фендерах, но все равно вот у них все равно концепция саунда была вот такая, не яркая. Понял? Давай попробуем что-то писать. А ты дальше не играешь на британщине соло? Ну, как бы записи не было. Димка, а чего он на британщине соло не играет длинные ноты?
Очень логично. Никто не сказал. Макс играл там. Он же вышел-то логично на него. Ну да. Можно продолжать на самом деле. Конечно. Yes, of course, конечно. Конечно хочу. Давай. Гениально, блин.